Здравствуйте, товарищи! Вот уже много лет, как в Нижнем Новгороде, дважды в год проходят заседания Российского комитета рабочих. Российский комитет рабочих – это постоянно действующий семинар рабочих со всей страны, организованный Федерацией профсоюзов России и Фондом рабочей академии. На эти заседания съезжаются рабочие со всей страны для того, чтобы делиться друг с другом передовым опытом коллективной борьбы за улучшение условий жизни трудящихся. Они вырабатывают и принимают взвешенные решения, направленные на улучшение условий жизни их трудовых коллективов. На одном из последних, на позапрошлом заседании Российского комитета рабочих, в одном из постановлений была принята рекомендация об организации рабочих объединений в городах. И после этого инициативной группы ленинградских рабочих было создано объединение рабочих Ленинграда. Основной задачей объединения рабочих Ленинграда является организация регулярного общения между рабочими различных предприятий и отраслей с целью разработки, продвижения и заключения прогрессивных коллективных договоров. При этом прогрессивный коллективный договор обязательно должен включать в себя такие положения: возможность увольнения членов профсоюза только с согласия профсоюза, сокращение рабочего дня до 6 часов, установление размера окладов в размере не менее чем 80% от всей заработной платы, ежегодное увеличение заработной платы, превышающей темпы инфляции, улучшение условий труда, особенно охраны труда, исходя из результатов независимой экспертизы под контролем рабочих. В этот четверг в 19 часов состоится очередное открытое собрание объединения рабочих Ленинграда, на котором будут освещены следующие темы: борьба за прогрессивный коллективный договор, о борьбе за режим рабочего времени, выгодный для работников, использование отраслевых соглашений в интересах работников. Я приглашаю всех рабочих Ленинграда, готовых бороться за улучшение условий своей жизни и жизни всех трудящихся города. Для записи на собрание звоните по телефону +7 921 868 86 72. Спасибо за внимание.